Ремонт электровелосипеда. Он немножко поддымился. Так, у нас с утра сразу два электровелика от одного клиента. Первый на свинце, свинец живой, но клиента коротнуло вот это вот место, где был предохранитель, потому что вода попала. Все провода вот в таком вот состоянии, пережатые, все вот так вот болтается. То есть, короче, все фиговенько именно с аккумулятором. Надо все провода поменять. И они благополучно пробили камеру покрышку, полезли внутрь, что-то там дернули. У них вот здесь вот все замкнуло, перекоротило, и велосипед не работает. То есть экранчик включается, но мотор не работает. Сейчас будем все это обследовать, изучать. И второй велик, тоже прикольная история. Значит, стала проседать емкость аккумулятора, вместо 25 километров стало 4 километра пробега. Отвезли аккумулятор куда-то там в Зеленоград, отдали в ремонт, говорят, мы поменяли две банки. Как вы видите, вообще аккумулятор не вскрывался, ничего не менялось. Где-то в середине я мерил, действительно, несколько ячеек мертвых. Две-три линии мертвые. Вообще, там некоторые не звонятся, некоторые очень сильный, слабый вольтаж. То есть аккумулятор, скорее всего, весь под замену пойдет. И то же самое здесь, что тут лазили, что тут пытались проверить. И, короче, велосипед не едет вообще. Сначала подключим сюда наш аккумулятор. Попробуем запустить этот велик. Если не получится, тогда будем тоже, наверное, контроллер менять.